В окружной столице участились случаи хищения детских велосипедов и самокатов. Такие правонарушения, как правило, носят сезонный характер. Зимой злоумышленники совершают кражи буранчиков и санок, а в летний период – колесные транспортные средства. Так, на прошлой неделе 8-летний мальчик совершил хищение двух велосипедов с территории школ Наринмара. Еще один случай произошел на улице Оленной. 6-летняя девочка похитила детский самокат. В основном совершают дети в возрасте до 10 лет. Вот в связи с этим управление МВД России по Ненецкому автономному округу обращается к жителям округа, особенно к родителям, чтобы они проводили разъяснительные беседы со своими детьми. Тем более наступает летний период, когда дети будут предоставлены сами себе. Сотрудники полиции призывают родителей разъяснять своим детям, что чужое имущество брать нельзя без разрешения его владельца и ответственно относиться к сохранности своего имущества. Как показал наш опрос, большинство детей к защите своих транспортных средств все же подходит сознательно и знают, как уберечь своих железных коней от посягательств злоумышленников. Без присмотра велосипед оставляешь? Нет. Всегда домой занесу велик на балкон. А если, например, тебе мама попросила там заехать в магазин, ты поехал на велосипеде, как ты посмотришь? Я вот это на замок поставил и все. Противоугонное средство? Да. А тебе его сразу купили, как появился велосипед, или потом? Ну, сразу. А были у тебя случаи, когда у тебя украли там, не знаю, самокат? Меня никогда не украли. А у друзей? Ты? У друзей, да. Велосипеды – это сама по себе вещь-то дорогая. Как-то не очень хочется ее оставлять без присмотра. Поэтому я всегда с собой ношу противоугонку. Такое вот специальное приспособление, которое пристегивает велосипед. А как ты думаешь, всегда она надежная? Конечно, надежная. Никогда меня не подводила. Всегда помогает. А скажи, а были случаи у твоих, может быть, друзей, у кого украли, там, не знаю, самокат, велосипед? Да, у друзей были случаи кражи. Вот они оставили просто велосипед. Либо были случаи в подъезде оставляли, без присмотра, там тоже крадут. И вот на улице просто оставили, не пристегнули около школы, тоже велосипед украли. Владельцам велосипедов и самокатов сотрудники окружной полиции рекомендуют сохранять все документы на транспортные средства, которые выдаются в магазине при покупке товара. Кроме того, опознать свое транспортное средство помогут и нанесенные метки, о которых будете знать только вы. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».